нам! Ого! Походу прямо сейчас он ведет какой-то стрим и просит тебя, конечно же, поставить лайк, подписаться на канал и поставить колокольчик! Надеюсь, что вы это сделаете! А пока что внимательно послушаем! И вот вы уже смотрите новое видео! О, придумал! Сейчас я запущу небольшой челлендж! В смысле? Какой? Ага, мне тоже интересно! Так, давайте просто это посмотрим! Так, куда он пошел? Сейчас будет ржака! Мама, давай посмотрим! Папа, сейчас я задам вам странный вопрос. Ответьте, пожалуйста, на него, но только честно. Да-да-да! Вопрос! Если бы я был червяком, вы бы меня любили? Чего? Это что еще за вопрос такой? Ага, он действительно какой-то очень странный! Давай посмотрим, что ответят наши родители! Как ты есть червяк! Жрешь нас изнутри! Это было немного обидно, но ладно, я привык. Папа, так, а ты папа? Что ответишь? Конечно, любил бы. Я даже, наверное, тебя на рыбалку бы взял. Ух ты, спасибо. Реально? Стоп, а вы только что заметили, что там на фоне за окном кое-кто прошел? Чего, Кубик, ты чего обманываешь? Не было такого. Можешь видос на пару секунд назад перемотать и пересмотреть. А мы пока что просто смотрим дальше. Куда он пошел? Что? В смысле? Что произошло? Ой, походу просто отрубился свет, а наша Андрюхова что-то играет! А что это за игра еще такая? Кто-нибудь понял? Да, Кубик, это метель! Я бы тоже в нее на самом деле сыграл! Чего? Что еще за метель? Джокер. Кто-нибудь надеюсь, про нее знает? Пройти игру. Я не знаю, как ее пройти! Ой, Кубик, смотри! Открылся какой-то портал! И он вообще похож на какой-то портал из Рика и Морти! Так, это он не или понял. Нет? А это что еще за фиговина? Угу, подойди поближе и узнаешь. Кубик, он же сейчас реально подойдет. Так, смотрит внимательно. Вроде похоже на какой-то портал. Да ладно, сам догадался. Ой, кто это? Тебе совсем не стоит меня бояться. Ну кто вы такой? Я вас не знаю. Ага, я бы тоже лучше с этим чувачком не знакомился. Так давай просто посмотрим. Возможно, это какой-то новый персонаж из следующих серий. Сфоткайся с дядей, потом спасибо скажешь. Блин, я не хочу. Точно. Как же я сразу не догадался. Я знаю, кто вы. Кто же? Это я из будущего. Реально? Ну, не знаю. Мы, конечно, его сейчас толком не увидели, но мне кажется, что он как-то не похож. А я думаю, что похож. Ну-ка. Очень хотелось бы в это верить, но нет. Я обычный маньяк. А, не, мы все-таки перепутали. Стоп, что? Что он только что сказал? Ой-ой-ой, Кубик, что он сейчас не будет делать? Я не знаю, Борис, и мне кажется, лучше этого никому не знать. Ха-ха, Кубик, да они сейчас просто вместе будут дальше играть в метель. А что вообще за метель? Сёма, это что за игра? А, ты что, не знаешь, что ли? Это игра от того же разработчика. И походу ты был прав, он реально играл в эту метель. Кубик, давай, если на видео наберется много лайков и в комментах напишу, тогда тоже в неё сыграем. Ой, батя пришел! Так, а я не понял, ты какого хрена сидишь за компьютером? А чё, нельзя поиграть, что ли? Борис, ну ты же видел, у нас на фоне была ночь. Походу, Андрюхе реально пора уже пойти спать. И батя ему об этом просто решил сказать. Окей, чувак просто пошел. Кубик, тебе не кажется, что он какой-то слишком грустный? Ага, есть такое. А я еще заметил то, что он, походу, забыл выключить компьютер. Ха-ха, Кубик, так он сейчас просто пойдет и еще немножко поиграет. Пока батя нас не видит. Ты что, реально спать собрался? Сёма, подожди, это просто был отвлекающий маневр. Мой день рождения. Реально? Праздника не будет. В смысле? У него что, реально будет днюха? Ха-ха, Кубик, нужно придумать какой-нибудь подарок для нашего скулбоя. Борис, ты пока что думай, а мы просто смотрим дальше. Он решил все-таки походу уснуть. Играть не будет. А потом сразу проснулся. И кажется, я знаю, что я ему подарю. Сёма, ну и что же? Самым лучшим подарком будет лайкози. Не, Сёма, ты походу ошибся. Для скулбоя лучшим подарком будет, если его отпустят гулять. Но если зрители на канал подпишутся, это тоже будет крутым подарком. Готовишь праздничный обед? Какой мне еще кажется, праздничный нет. Обед? Ты с кровати упал, что ли, пока спал? А сейчас мы это узнаем. Ты, наверное, меня просто разыгрываешь. Да уж, самые настоящие пранки. Борис, ты видел? Там в холодильнике, походу, нету ничего нового. Ага, а я, кажется, кое-что заметил. Вон там, наверху. Воу, реально? Я даже сразу не увидел, что там лежит настоящий торт. Ага, походу, они все-таки поздравят Андрюху. Ты что, совсем ошалел?
Но смотреть холодильник нельзя! Там все на Новый год только! В смысле? Новый год? Но сейчас только лето, а Новый год зимой! Ты вот именно! Понял, что я имею в виду. Иди для начала умойся, а уже потом будет тебе праздничный обед. Ха-ха! То есть они все-таки его поздравят? Если еще и гулять его отпустят, я буду тогда просто максимально в шоке. Но это мы сейчас, конечно же, узнаем. Я проверю твой дневник, а уже потом посмотрим, пойдешь ты гулять сегодня или нет. Ты офигела, что ли? У него день рождения! Ага! Даже мне кажется, что это как-то нечестно! Мама, ну ладно! Мама заметит двойку в дневнике, и я никуда не пойду. Надо что-то придумать. А нечего было двойки получать. Сёма, подожди. Кажется, у Скулбоя в голове возник какой-то план. Что он там задумал? Ой, зачем ты это сделал? Машинку сломал. Ой-ой-ой, сейчас вот, блин, мне точно кажется, влетит. Я сломал стиралку. Мне точно влетит по первое число. Ага. Хотя, у меня есть отличная идея. Что? Какая? Погоди, он решил, походу, мама, просто позвать маму. Стиралка снова барахлит. Да черт ее дери, вчера же только починили. Стоп, а ну, что там со шкафчиками? Почему у них не было дверек? Ладно? Гена, иди сюда. Она позвала сюда батю. Ну так я походу понял. Скулбой сейчас просто закроет дверь. Сама, а как он может это сделать, если у нас там шкафчик закрывает другую дверцу? Ой, он реально решил ее закрыть. Ха-ха, Кубик, не смотри, он просто ее. Ну все, теперь я могу спокойно идти на улицу. Ага. Красава, чувак! Офигеть! И самый довольный сразу же решил уйти. Нас, ты мелкий выродок! Это точно было зря. Хватит вечером! Я тебе устрою праздничный ужин! Кажется, тортик ему точно не достанется. Ха-ха, Кубик, да вообще пофиг! Самое главное, что Скулбой сбежал, и мы взамен ему тоже на день рождения поставим целую кучу лайков! И обязательно подпишемся на канал! Кубик, погоди! Это еще не все! Привет, друг! Если ты внимательно смотрел, то заметил, какой торт испекли для меня родители. Напиши свой ответ в комментариях и не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Стоп, парни, а что там был за тортик? Я не знаю. Торт мы видели, но я тоже не понял, какой именно он был. Блин, походу придется пересмотреть и написать в комментах. Окей, вы это обязательно сделайте, а мы пока что будем дальше смотреть стрим этого Андрюхи. Это что, Вика? Ты почему не побрилась на лысо? В смысле, а зачем ей бриться? Кубик, это вам что-то был такой челлендж в одном из прошлых видео! А, да, походу какой-то видосик мы все-таки немного пропустили. Ха-ха, сейчас она побреется и будет ты просто делать сверх! Я вообще-то побрилась. В смысле, где? Кажется, ты перепутали. А на голове почему у тебя? Ага, вообще-то должна была постричься она, а не ее друг. Кстати, а кто-нибудь помнит, как зовут этого друга в синей майке? Теперь еще и лысого. В голове почему у тебя волос? Что она сейчас в смысле, на голове? Я должна была побрить голову, что ли? Ага, ну, капец, правильно. Ты. Вот, держи. Я стащил у отца машинку для стрижки волос. Офигеть! Давай брейся. Походу, это будет прямо сейчас! И мы это просто увидим в прямом эфире! Ха-ха, интересненько! Давай, брейся! Ну же, давай брейся! Ага, поскорее! А чё выключили свет-то? Ты вылитая солдат, Джейн! Чего, слышишь? Я тебя пополам переломаю, Андрей. Она такая красотка! Ну, не знаю, мне кажется, с волосами она выглядела немножечко получше. Ха-ха, Кубик, зато смотри, в комментах пишут то, что она вообще красотка! Борис, ну не знаю, я такие комменты пока что не вижу. Всё. А, ну ты немного подожди, там такие давай, начинай тверкать, все уже заждались. Будет Убай сейчас музло? Танцы! Погодите, парни, а я правильно понимаю то, что эти танцы точно такие же, как и в оригинальной игре? Вроде бы да, это Вика там точно так же, зажигала! Кстати, не забудьте подписаться! Ага, об этом просто напомнил Скулбой в очередной раз. Конечно же, это сделай и лайк поставь! А мы пока что продолжаем смотреть танцы, они такие крутые! Да уж, я даже не думал, что их будут показывать прям настолько четко! А я не понял, почему она танцует одна? Мне кажется, что в этой дискотеке должны танцевать все! Даже батя! Что? Вот чего-то я здесь точно не ожидал увидеть! Ага, я тоже думал, что он может так посмотреть телевизор и все! Походу нет, у него еще есть самые зажигательные танцы! Ха-ха, я бы таким танцем поставил прям отдельный лайкосик! Стоп! А еще кто-нибудь танцевать будет или нет? Или только Вика с батей?
Андрей! Подожди, Борис, мне кажется, что сейчас мы, конечно же, увидим, как танцует наш Андрей и как танцует тот самый друг, которого я забыл, как зовут. Нет, Кубик, он танцевать не сможет, ведь он прямо сейчас держит телефон, на котором идет стрим. Кстати, а вы заметили, что прямо сейчас стрим смотрит больше 20 тысяч человек? Ого, Кубик, даже у тебя в руках никогда не было такого количества лайков! Ну да, Борис, я бы, конечно, тоже не отказался его увидеть, но думаю, то, что такие танцы танцевать я точно не буду. Кубик, а что, можно все-таки танцуешь? Сразу же будет целая куча онлайна! Ну уж нет, спасибо, таким заниматься я точно не хочу. Кстати, Кубик, а ты можешь в этом сценарии испортить очень много анимаций? Предлагаю тебе просто посмотреть. Ну да, Борис, мы сейчас как раз-таки именно этим и занимаемся. Да нет, ты не понял, там даже есть анимации с Тимохой. Чего? А Тимоха-то что делает у этого скулбоя? Ха-ха, этого я не знаю, но думаю, что на канал нужно по-любому подписаться. И надеюсь, то, что вы сделаете то же самое прямо внизу под этим видео. Ха-ха, а пока что будем просто смотреть дальше, как танцует Вика. И походу танцы уже закончились. Я надеюсь, поможет набрать 100 тысяч лайков. Я думаю, вообще Ребята, без проблем. Тут без комментариев. Вика отработала по полной программе. Согласен, челлендж она точно выполнила. Подписаться на YouTube канал и в группу Telegram. Это, кстати, прямо сейчас нужно, конечно же, сделать. А мы пока что снова пойдем и поиграем в новую игру. Борис, я правильно понимаю, что он снова играет в метель? Не знаю, вроде какая-то другая игрушка. Ага, это вообще похоже на какую-то Counter-Strike, только против зомби. Ага, Кубик, я бы в нее тоже отказался сыграть. Ой, кажется... Пора выключать комп! Офигеть! А чё, мама сейчас просто пришла и даже не дала ему никакое наказание! Походу, у неё просто очень хорошее настроение! Никаких чуть-чуть! Ставь на паузу, завтра доиграешь! Да какая нахрен пауза? А зачем она начала танцевать какой-то странный танец? Что это вообще значит? Или сейчас же придет твой отец с ремнем. Выбирай. Этого не надо. Лучше выключить комп. И кажется, Андрей решил это сделать. Ха-ха. Пора просто пойти спать. Стоп, а у нас что, уже ночь? Спокойной ночи, Андрей. Сладких снов и спи крепко. Вроде как был день. И обычно мама нас отправляла учить уроки. Мы тебя любим с папой. А что-то пошло не так. Ты опять забыла. Ручку-ножку ушибешь, все, спи. Блин, все-таки заставляю. Интересно, что будет дальше? Он их сейчас как-то затроллит? Подожди, Сёма, сейчас мы это узнаем. Во дворе ночь, а это значит, что настало время... Просто не заметь! Стоп! Это Андрей, просто случилось? Был сон? Мне приснился кошмар, вы все стали зомби. Но это, оказывается, все было просто у него в голове. Вот теперь не будешь играть в страшилки перед сном. Это всего лишь сон. То есть это из-за той самой игры? Походу, да! Не нужно было играть в этих зомбаков! Ух, надеюсь, что хотя бы у меня сейчас не будет никаких этих страшных снов про зомби! Ага, Кубик, я знаю, как их можно избежать! В смысле? Что можно сделать? Это был всего лишь сон. Борис, а теперь ты давай рассказывай! Ха-ха! Можно просто поставить лайк, подписаться на канал! Я походу понял! А еще глянуть следующее видео, которое здесь уже появилось! Поэтому давай, нажимай на него скорее, чтобы нам точно не приснились никакие зомби!